Выстава у музея еще николи не была такой солодкой. У областным краязнаучим музее имя Романова рыхтуюсь незвычайный показ. Его экспонаты не гістарычныя предметы, а шедевры кондитерского майстерства, оцененные на международном узровне. Солодкие и яркие композиции от могилевских кондитеров можно побачить уже 9 соковика. И головное правило тут не спробовать, а глядеть. Композиции из карамели, шоколаду, пастилажу и соленого теста заполнили целую залу. Кондитеры говорят, это все придатное до еды, однако эстетичная солода на первом месте. Бо это не просто солодкие композиции, а конкурсные работы. В этой работе много материалов и много техник. То есть я использовала и шоколад, также карамель, также желатин и сахарная паста, и элементы аэрографии. Работа заняла гран-при, наивысший балл. И за это я выиграла поездку в Люксембург на чемпионат мира. Майстерство могилевских кондитеров не одной же оценено на международном уровне. И этими днями майстрицы вернулись с узнагородами с конкурса «Сярод кондитеров» у Варшаве. 3 золотые медали и Кубок Европы поехали у Могилев. Динозавры сделаны из мастики, но они полые внутри, полностью полые внутри. Конкурс был очень сложный, без каркасной работы. То есть каркас мы не имели права использовать. Каждый материал сам по себе свои нюансы, сложности. И поэтому я не могу сказать высший пилотаж. Это нужно передать тонкость. Да, в принципе, все сложно. И лепка, и передать даже вот черты лица, вот эти вот пальцы, тут усики, это все сделано с теста. Это сложно. Композиции с вытанченными элементами можно разглядать не одну хвилину, чего только каштуют вытанченные корунки, сделанные вручную. Кондитерское мастерство – это высокое мастерство. Мне очень нравится вот эта композиция, замечательная. Просто, несмотря на то, что она больше, наверное, подходит на рождественское, да, на такие зимние мотивы, навевает, но ведь сказка, чудо, доброта, она всегда вечна. Для детей. Убачить шедевры профессионалов солодкой справы можно с 9 по 29 соковика у областным краязнавчим музеем. С пожеланиями солодкого життя и теплых почуттяў. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко. Новини региона.